Десятки людей стали жертвами серии терактов, произошедших в воскресенье сразу в 11 иракских городах. Более сотни человек получили ранения. Террористы использовали 14 автомобилей, начиненных взрывчаткой, в районах, где преобладает шиитское население. На рынке города Басра теракты осуществили несколько смертников. Возле Багдада мишенью террористов стала похоронная процессия. Больше всего пострадавших в городе Хилла, в центре страны, где на одной из оживленных площадей взорвались сразу два автомобиля, а затем еще один взрыв прогремел возле здания автосервиса. В результате здесь 10 человек погибли, более 30 были ранены. Теракты, которые с начала года происходят в Ираке чуть ли не ежедневно, по официальным данным, унесли за это время жизни более 4000 человек. Ряд наблюдателей связывают эту ситуацию с обострением религиозного конфликта между шиитами и суннитами.